Привет, сейчас вы видите меня в таком, как бы, наряде. Ну, у меня такой. Но сегодня речь, как я обычно делаю, не выглядите. Про макияжи или про прически. Или про такие бывают. Сегодня будет идти речь. Тема эта. Про парк. Я... Это именно тема для таких деток или для работников, которые работают в таких, как бы, таких профессиях, как развлекать детей, например. Ну и вот Пасха, Христос воскресе из мертвых. Сегодня я буду вам говорить, как сделать программу, потому что я еще ребенок, я сама люблю делать своим родителям очень приятно, много приятного. Ну, я и делаю. Вот у меня есть 4 листа. 3 из них напечатаны. Вот такая картинка. Для всего, для, ну, сначала нужно вам приготовить, как бы, историю про Пасху. Почему она, почему ее, чем она связана? Почему она есть в нашем свете? Ну и потом немного стихотворений или песенок, или даже я знаю, что анекдоты — это не очень хорошо, но вот у меня есть анекдот, который почти нормальный, и он сочетается. Крашеные блондинки на Пасху бьются лбами. Это вполне нормально. Тут не говорят о Боге, потому что если говорят о Боге, это уже кощунство. Это не надо этого. И я не рекомендую вам, дети, не рекомендую работникам, которые работают на таких профессиях развлекательных. Вот. Я бы предпочитала стихотворение где-то около 5 стихотворений этого хватит. Вот. И еще, если вы владеете, вы расписываете писанки, вы можете для детей, или если это касается детей, для своих родителей, сделать мастер-класс. Например, сейчас я вам зачитаю они захотят, чтобы рисовать. Например, желтый — это жизнь. Зеленый – это жизнь, воскресение природы. Желтый – это небесный луч и поля. Урожай, пуговицы. Урожай, да. Красный цвет — это означает любовь, как уже все поняли, и радостную жизнь. Это про цвета. А про что рисовать — это, допустим, дельфинчика или петуха. Петух или какую-то деревяшку. Деревяшка — это символ жизнерадостные доли, и все. И что? Наконец,
должна быть укрепляющая информация про про самого Христа, про самого Христа, про всего. И заканчивается он стихотворением. И сейчас я, кто владеет талантом играть на пианино, на фортепиано, может сыграть своим родителям или маленьким деткам. Сейчас я сыграю мурку. Это уже не зависит, но чтобы было нормальное стихотворение. Сейчас я вам сыграю мурку. Можно мурку и можно вальс. Вальс – это то, что нужно всем. Это мурка.
ваших мест, пожалуйста. И, кстати, если вам понравились мои воспроизведения, или вы хотите, например, легкие варианты, вообще, если вы хотите какие-то ноты, говорите, я их найду, и вам отправлю по новой почте. С вами была я, Гази Яна, ее пасхальная вечеринка. Па-пам!